Центральная избирательная комиссия Южной Осетии назвала первых желающих баллотироваться на пост главы государства. Желание принять участие в предвыборной гонке на данный момент выразили 3 человека. Их инициативные группы уже подали заявки в ЦИК. На сегодняшний день в Центральную избирательную комиссию поступило 3 уведомления о проведении инициативными группами избирателей собраний по выдвижению их кандидатов. Это по выдвижению кандидатом на должность президента инициативной группы избирателей гражданина Пухаева Владимира Эдуардовича, Каджаева Гену Георгиевича. И буквально сегодня к нам поступило уведомление от гражданина Мулдарова Суслана Витальевича о проведении соответствующего собрания инициативной группы по выдвижению кандидатов на должность президента. Но в этом уведомлении не указывается, кого будут выдвигать вот эта инициативная группа избирателей. Пока от политических партий уведомлений Центральная избирательная комиссия не получала. Владимир Пухаев – сотрудник Министерства обороны Южной Осетии, Гену Каджаев – художник. Имя еще одного кандидата станет известно на собрании инициативной группы. Претенденты на пост главы государства планируют провести их в ближайшие дни. Распоряжением Центральной избирательной комиссии было решено направить на указанные собрания инициативных групп избирателей представителей Центральной избирательной комиссии, это члены Центральной избирательной комиссии. Документы по выдвижению кандидатов на должность президента Центральной избирательной комиссии рассматриваются в течение 5 дней. После получения необходимого пакета документов Центральная избирательная комиссия в течение 5 дней, не позднее 5 дней, принимает решение, либо положительное решение, о регистрации уполномоченных представителей инициативных групп избирателей политических партий, либо же мотивированный отказ. Основания отказа все перечислены в законе о выборах президента Республики Южная Осетия и базовом законе об основных гарантиях избирательных прав граждан. Только после удовлетворительного решения Центральной избирательной комиссии о регистрации уполномоченных представителей инициативной группы избирателей либо же политической партии их уполномоченные представители могут приступать к сбору подписей граждан в поддержку выдвинутых ими кандидатов. Заявки о выдвижении кандидатов в президенты Центральная избирательная комиссия принимает до 20 февраля включительно. Зарина Кочева, Азамат Кудзиев, информационный выпуск сегодня.